Извержения вулканов, возможно, смогут предсказывать за месяцы и даже годы до их начала. Об этом объявили исследователи НАСА. Помогут данные со спутников. Сегодня в прогнозировании извержений ученые в основном полагаются на наземные системы мониторинга, сейсмическую активность и газовые выбросы. Но подобные наблюдения ведутся далеко не за всеми из 1500 действующих вулканов мира. Более того, они не всегда точны. Ученые говорят, что вулканы — это нелинейные системы. В них происходит очень много сложных процессов, которые взаимодействуют друг с другом. И, как правило, нет прямой связи между процессами, происходящими в недрах, и тем, что мы можем видеть на поверхности. В течение 16 лет команда НАСА анализировала лучистую энергию нескольких активных вулканов с помощью инструментов на борту своих спутников. Они обнаружили, что за несколько лет до извержения температура лучистой энергии над большей частью поверхности вулкана увеличивается примерно на 1 градус Цельсия. После извержения она снова снижается. Мы сможем использовать это для прогнозирования извержений вулканов в реальном времени. Команда надеется, что их новая методика позволит странам заранее готовиться к извержениям, а это поможет спасти жизни людей. В целом, 2021 год уже можно назвать годом проснувшихся вулканов. Извержения произошли во многих странах, включая Индонезию, Исландию, Италию и Гватемалу.